сегодняшнего замечательного праздника. Немного рано, но мне кажется, Новый год нужно встречать именно так. Сегодня мы открываем, я думаю, в Челябинске празднование Нового года. С утра у нас в 11 утра были детишки. Мне так кажется, что было порядка 2000 человек, потому что было не протолкнуться вообще. Вот. А сейчас у нас праздник для молодежи. Весь холл – это интерактивные площадки, где можно позаниматься чем-то полезным для себя. Начиная со спорта, это маленький теннис, стрельба из лука, тир. Заканчивая сделать куклу, испечь пряник, даже сделать маникюр. Что-то шайбу не расслышали, ребят, как хотите. Шайба нужна. Пожалуйста, вам слово. Добрый день, дорогие друзья. Отправляйтесь на спортивную площадку. Спортивный к вам удар, конечно. Коллектив «Акванечка» аплодисменты. А вот с ним сможешь сразиться? Раз, два, три, победишь? Замечательный праздник, очень много интересного, то, все люди общаются, дружелюбные, улыбаются друг другу, вообще очень хорошо, замечательно. Очень хороший мастер-класс, и вот как вот, ну, горизонты раскрываются. Новым годом! Руки вверх, и можно будет за ними повторять. What it sounds like.